Что-то я словила грустинку сегодня. Мы закрываем магазин Бижурум в торговом центре «Охотный ряд». В связи с этим у нас сегодня и завтра 50% скидка на все, такого больше не будет. Ну, как мне написала мама сегодня, чтобы идти вперед, необходимо сделать шаг назад. Будем считать, что закрытие охотного ряда – это некий старт чего-то очень крутого. Мы только что обсуждали с сестреночкой, что этот год начался у нас очень сложно. С проблемами, с неудачами. Чтобы идти вперед, надо сделать иногда шаг назад. Лапа, я с тобой, я тебя люблю. Все навалилось просто сразу. И проблемы со здоровьем, и еще, и там, и сям, и третье, и десятое. Так хотелось начать этот Новый год со сказки. Но, видимо, сказка придет не скоро. Вернулась я за руль, и сразу такое количество сториз. Пока есть время, хочу сказать моим принцессам, что только сегодня и завтра 50% на все украшения в Бижурум в охотном ряду. Так что не пропустите эту акцию. Столько сообщений в директ с переживаниями. Ребят, Бижурум никуда не закрывается. Мы просто переезжаем из охотного ряда. Но попозже скажем, куда. Бижурум будет существовать, не переживайте.